Когда в крепкую семью постучится беда, там никогда не говорят: это из-за тебя, это ты виноват или виновата. Там говорят: я с тобой, вместе мы все преодолеем. Вот как бы хотелось посоветовать всем нам держаться этого вместе. Когда мы осуждаем, обвиняем друг друга, мы только ссоримся. В нас проявляется гордость, зависть, тщеславие. Мы бываем унылы, а порою и приходим в состояние агрессии, стресса и печали. Вот чтобы не печалиться, не унывать, а любить, нужно и научиться прощать и поддерживать.